Парни, всем привет из Новосибирска. Наш город еще называют третьей столицей. Прошу не обижаться, жители Екатеринбурга и Казани. Еще такая интересная особенность есть. При перелете, допустим, в Москву, куда-нибудь на запад, перелет занимает всего полчаса, потому что ты вылетаешь, допустим, в 8 утра, полет занимает 4,5 часа, и разница часовых поясов тоже 4 часа. Получается, прилетаешь за полчаса, а если лететь в Казань, то и того ты назад в будущее возвращаешься, потому что прилетаешь чуть-чуть пораньше, чем вылетал. Такая вот есть особенность. А приветы летят Томск, Киселевск, Набережные Челны, Владикавказ, Чехов, Пермь, Подольск, Армения, Украина, Беларусь. Всем огромный привет из Сибири. В этом видео хочу вам показать, как прошла встреча в Новосибирске, еще кое-какие подробности этого дня, в частности, как можно 100% познакомиться, ну, допустим, с кем-то, с девушкой там. Хотя, конечно, я не планировал вообще этого, но что получилось, то получилось. Все, приятного просмотра. Вот так идет подготовка к завтрашней встрече. Сейчас коврики помою, кузов помою, пылесосик, влажная уборочка, чтобы все было красиво, благородно. Значит, подсобрали все вещички, ну, скорее всего, конечно, что-то забыли, но ничего страшного. Вон сзади Серега осваивает технику, маздочку. Я на бэхе, все, едем на адрес, чуть-чуть пораньше подъедем, там местечко, там посмотрим, прикинем, где как, что. И все, будем уже ждать народ. Блин, если никто не приедет, в принципе, мы полностью заряжены на какой-нибудь пикник. Прям сразу можно на берег реки ехать смело и там отдыхать прям долго. Первый раз Мазду вижу со стороны, вот, блин, нравится мне эта машинка. Может, потому что у нее цена такая привлекательная. Такой вот у нас пикничок здесь. Такая вот немногочисленная наша команда, банда. Всем спасибо, что кто-то пришел. Полянка наша. Мясо, овощи, все вкусно, полезно. Так, вот тут у нас еще гелик приехал. Эдвард Билл приехал на гелике. Пошел в магазин черный, кожаный. Все четенько, на тюнинге. Это на тормоза идут трубок столько, да? Это ТНВД. ТНВД, а, это дизель же? Дизель же, да. Это вакуумное управление, модулятор, поезд-датчик там стоит, баста тут стоит, короче. Вот это вакуумная система основная. Запах такой прям. Солярочки, да? Да. Трактором. Трактор, да. Трактор. Настоящий трактор? Ну-ка, в шестерочку приземлиться. Ой, капот на гелике закрыли. Не, ну кожа поинтереснее такого цвета, конечно. И не бежевые марки, а вот этот самотек прям. Сам тащусь. Здесь есть комплектация с люками. Вот люк тут, если есть, то он только так вот приподнимается. Да, да. И сразу на 28 килограмм машина тяжелее. Нифига себе. А у настоящих М-ок, ага, у них идет вот эта вставка, настоящий карбон. Все за облегчение конструкции. Что здесь, передние крылья пластиковые? Опыт алюминий. Крышка багажника у меня пластиковая. С завода идет. Да ладно.
А у меня алюминиевые три элемента только, остальное все железное. А здесь и пластик, алюминий, да? А вот значок прикольный, да? Это ты за него дергать вот так, да? Не-не, вот так. А, он сейчас проваливает? Подламываешь. Да, вот так вот пальцем нажимаешь. Запаски нету. Здесь у меня вообще нет. А как здесь, здесь беззапасочная она. И здесь рунфлаг шины? Да, должны быть. Но даже места под нее нету, да? Давайте попробуем. Нет. Я, в принципе, проверил, как можно ездить по трассе без запаски. Да? Тут получается вместо запаски аккумулятор. Вот эта пластиковая такая, не знаю, как конструкция, и в ней напиханы всякие блоки. Ага. Но если запаску кинешь, здесь места вообще не будет, да? Ну, как бы багажник глубоковатый, но, да, видимо. Слушай, вот так, когда крышка поднята, смотришь, такое ощущение, как Порш. Мне уже это второй человек, ты говоришь об этом. А, да, кстати. Слушай, клево, надо, как-то в багажник это, другую крышку сделать, и вообще уматно будет. Самая злодейка, конечно, это вот она, бестия просто, синенькая, которая здесь просто всем фору даст. Номера дороже машины, да? Все пишут в комментариях. Это просто огонь. Ничто с ней не сравнится. Давай порычим. Подымим, наверное. Ну и это за одним. А, кстати, давай, да, сравним звук с моей, машиной. Ну да. Свой вот этот убрать, и тогда будет вообще офигенно. Внутри резонатора. Почему такого-то? Такие бочонки в сторону отводящие, чтобы которые тут звон убирают? Мне кажется, это его уже бушный же. Может, там что-то не, это. Не. Есть, короче, как-то пламя-гасители такие. У них там такие раковины внутри много-много-много. Вот их ставишь, и они как бы разбивают этот звон, и вот тогда вот как у него получается. Побасовите, да? Ну у меня там выхлоп стандартный. У меня просто катализатор удалил. У тебя там никакая заслонка, ничего не открыто, да? У меня нет. Можешь просто, короче, в это глушитель напекать стружки металлические тоже надо. Ну не стружки металлические, а вот эти. Звон раньше, будет, как они называются? Нет, он будет этот звон гасить. Мочалка, посуду мыть, да, эти металлические. Вот да, такой, делают из них там гасители, да? Резонаторы, да. Да. Открываешь, напекал, заварил. Парни, ну кто лучше, гелик или БМВ? Мазда! Гелик или БМВ? Мазда! А я говорю, гелик! Пацаны! Нате, снимите! Иди, кольцо на месте! Роман, тебе подгон! Так, ну вот, прошла встреча. В принципе, народ подъехал.
очень позитивно, все было классно. Конечно, меньше было народу, чем на первой встрече. Но тут понятно, лето, дачный сезон, первая суббота, по сути, теплая в сезоне. Буквально пару часов назад, когда мы встречались, просто такое пекло было. Мы там в тенек прятались, кто куда. И смотрите, вот через два часа кто-то сказал, типа, что дождь будет. Все посмеялись. А тут, пожалуйста, дождь, да еще такой крупный. Опа, успею. Не успел. Блин, вот угораздило, а? Вот не отсылка. Вот. Ну да, дверь попросил, блин. Здрасте. Что как произошло-то? Да нет, это я не оттормозился. Тут поток остановился, я, короче, ехал. Начал тормозить здесь. Короче, жесть вообще полная. Тут еще троллейбусы, что-то упало. Там вроде на Мазду или не на Мазду, блин. Дичь полная вообще. Просто нам сейчас на крышу упало. Вот это хуйня от троллейбуса. Оторвалась какая-то драгатулина эта штуковина. Еще дождь идет. Короче, ужас полный. Короче, на балдажник этот с троллейбуса, который упал, он вроде как упал и на Мазду. Парни сказали, что там грохот был, дай боже, но Мазда не пострадала и вообще следов не нашли. Это та самая молотковая покраска валиком, которую я проделал буквально прошлой осенью. Уже почти год тачка с этой краской, и покрытие держится отлично. Пока комиссары оформляли документы, мы решили спрятаться от дождя в БМВ, погреться. Благо у нас со встречи осталось много всяких плюшек, чаек, кофеек. И мы решили посидеть, поговорить в машине. Ты каждый день врезаться? Ты раз в неделю где-то. Рекламный ход там. Что это вообще такое? Блин, врезаться я сегодня уже не буду. Уже два раза. Да как я вылазил? Двери это заблокировано. Смотрю... Удобно, блин, вообще так кушка все. Уехать, да? Не поняла. Еще обратно потом перевязал. Чайку уже попили, поговорили. Ну вот, спустя 3 часа наконец-то все оформили, все сделали, разъехались. Все, что в жизни делается, делается к лучшему. Да? Если мы будем позитивно к этому относиться. Ничего страшного, бэха практически без повреждений, там даже были коцки какие-то, я так и не понял, где что-то добавилось, нет. Вот, ну на Ниссане, конечно, у Яны. Ну, конечно, жалко, машина не битая, не крашеная, считает. Ну, бампер поменяли, это не считается, не железо. Да, обидно то, что машина действительно, да, Рома лишил девственности этот Nissan. Да, но на редкость люди адекватные, никто не бомбил, не кричал, не ругался, вообще, ну, нормально. Ну, тем более посидели, пообщались сейчас вообще. Попили чаю, так и нужно решать все проблемы. Ребят, кто из Новосибирска, хотел бы спросить вашего мнения. Очень мало народу в этот раз приехало. Я понимаю, теплую субботу все ждали, как бы не для встречи со мной. Тоже все по своим делам разъехались. Как лучше делать, если вот так какие-то встречи там раз в 3 месяца, раз в полгода организовывать? Может, вечером где-то на парковочку лучше в будний день даже встречаться? Или как? Или может, это вообще не нужно, просто тупо пилить контент какой-то годный и все? В общем, пишите, буду рад услышать ваше мнение. Популярные комменты из прошлого видоса. Кстати, посмотрите, кто не посмотрел еще прошлый видос. Там я рассказываю про супертехнологию, которая оказалась древней. Мою машину начали сравнивать с «Волгой». Ну, ребят, у меня не было никогда «Волги», я не знаю, что на самом деле там на «Волгах» шприцуют рычаги. Александр Лисовцов пишет: «Чё-то я не увидел разницы после ремонта, так же болтается, как в стакане».
Но на самом деле тактильная разница есть. Но, скажем так, честно, да, она не как вот бывает новую берешь, какой-то элемент новой подвески, и там реально палец вот этот его не сдвинешь. Стало лучше, но не прям в камень там оно замерзло. Александр Богданов пишет: четенько после Мершани переключился на Рому. Ну, все правильно, ребят, делаете. Фествал пишет: вроде бы шаровая должна держать вес рычага, но факт. Но почему-то уверен, что ремонт полнейшая чушь и работать не будет. Парни, показал все как есть, это не реклама, вот за 1000 рублей такую услугу оказывают. Были места, скажу, где от 2500 мне предлагали восстановление, возможно, там замена сухаря была. Были места, где я до этого восстанавливал тоже шаровые, по-моему, сольноблоки даже. Там сказали, мы вообще не делаем такой алюминиевые рычаги. Так что, ребят, технологии тоже разные бывают, ну и цена разная. Дмитрий Вайпер QQ пишет: забыл привет Мурманску передать. Тебе привет из города Мурманск. Палец вверх, удачи. Дмитрий, тебе тоже палец вверх. В Мурманск я в первую очередь, кстати, передавал привет. Сами знаете почему. В Мурманск, Мурманская область. Вот. Еще раз передаю и еще не раз передам. Санька, да-да, это я, пишет. Да походит еще. Главное шприцевать не забывай, Ромыч. Ты смотри, всю машину не шамань, а то следующему хозяину неинтересно будет. Санька, да я в этой машине всегда хватит работы и следующему, и через одного хозяина всем хватит. И прошлому хозяину, как вы видели, да, работы было предостаточно. Так что эта машина сплошное движение какое-то постоянное. Мурат Габибулаев пишет: одному мне показалось, что это жуткий колхоз. Мурат, не одному тебе это показалось. Многие так считают, но опять же, я говорю, никакой рекламы нет, я просто показываю реальную жизненную ситуацию. Александр Герасименко пишет: алюминиевые можно просто опрессовать путем поджатия жопы опоры, проверено, ходят потом еще 1000 по 100, но только если оригинальный рычаг или лимфедер. То есть это просто взять этот рычаг и сжать его, ну не знаю, как бы, напишите свое мнение. Как думаете по поводу такой технологии? Это вообще можно было просто кувалдой ударить чуть-чуть и все, что ли? Не знаю, там же сухарь может лопнуть. Парни, всем спасибо, что досмотрели до конца. Всех, как всегда, сейчас буду видеть рад в комментариях. Заходите, оставляйте свое мнение, ставьте лайк, жмите колокольчик. Естественно, нужно подписаться на канал. Вот. Всем удачи и счастливо. Пока.